Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. Сейчас мы куда-то здесь отправимся, посражаемся. Есть у нас битвы с усилением, и здесь мощные. Здесь у нас легкая прогулка. И идет у нас турнир Дрожь Земли. Да, но перед тем, как мы продолжим, ребятки, не забываем. Переходим по ссылочке, подписываемся на наш новый канал Jurassic World.ru. Там будут выходить все видео про динозавров. Ссылка будет в описании, в общем-то. Так что... живо туда, чтобы не пропускать видео про динозавров, потому что здесь они будут выходить очень редко, а может вообще перестанут выходить. Так что предупрежден, значит вооружен. Так, что у нас тут? Битва за Акантостегу. Ну, я тут на 10 месте, уже сегодня сражаться не буду. Точно, в общем-то, нас с 1% никто не выкинет. Через 5 часов это все дело закончится. Есть у нас махонькие ужастики. Ну, здесь вот такой вот, ну, уровень простых легендарных, даже, меньше даже. А, редкий, супер редкий, легендарный. Прикольно, короче, сделано. Так. И вот есть у нас такие. Главное условие — травоядный X1. Блин. Неплохие здесь ребята. Это турнир с усилениями. Так. Можно тут как-то... Ага. Ну, в принципе, можно взять... таких более простых хищников. Ну, условие один травоядный мы запомнили. В принципе, этого травоядного можно будет и подслить. Ё-моё, как же больно он бьет. Можно сигнозуха взять одного будет. Что-то типа того, потому что, смотрите, 5400 он пробивает вот этих ребят за один удар. Так, ну, если взять, допустим, не знаю, барионикса. Это тот, кто у нас пойдет по факту на мясо. Как это бы ни странно звучало. Барионикс, а потом будут 2 и 3 травоядных. Потом будут условия тоже 2 травоядных, наверное. Так, потом мы, наверное, самого сильного сигнозуха брать не будем. Вот так. Ну, тут надо кого-то мощного. Мощного кого-то брать. Юдончика. Чё по модам будем брать? Мод усиляет. Так, давай сначала тебе поставим какой-то мод. Мод. Ну, давайте пока, наверное, будем что-то попроще брать. Особо не будем брать сильных. Так. А вот первому, чтобы первому. Камень. Как это называется? А, живучесть. Блин, у меня один остался. Неприкольно. Клона, может, потом чуть возьмем. Ну, пусть будет так. Посмотрим, может, нам тут задницу надерут. Они там мощные. Хоть и травоядные, но они, ё-моё, мощные. 2700. Он, ё-моё, меня за один удар пробивает. Ну, за два, в смысле. О, 20 тысяч. Да, меня даже не спасает усиление здоровечка моего. Так. Ну, велика вероятность, что мы здесь сольемся, вот. О, это хорошо. Смотрите, у меня как раз чуть-чуть останется, чтобы пережить двойной удар. Это хорошо. Ему нужно бить минимум 2. 4 балла. Атака на все 4. Оу! Так. Так, ну вот сейчас мы его и пробьем. Кровожадность. Его нужно уничтожать немедленно. 6000 силы удара. Раз, два, три, четыре. Ну и 4. Так, интересно, а Стиги меня за один удар пробивает, нет? 3500, хух, не пробивает. Это радует. Так, ну, значит, все по плану пошло. Мы побеждаем. Раз, два. Ну, блин, 3 поставлю. Так, хотя зря. Чё я 3 поставил? Анкилодок не будет бить так больно. Да, надо было 2 поставить всего лишь.
Ну, усиление нам не надо. Я его за 3 пробиваю. Ух. Так, ну нормально. Я еще в форме. Не забыл, как сражаться. С турниром, в общем-то, ну, снять его не получилось. То есть был занят, ребята, на выходных. Был занят. Травоядные 2 штуки, ё-моё. Так, вот один травоядный, его нельзя брать. Вот второй травоядный, его нельзя брать. Так. Ну вот травоядный. И вот травоядный. Ну тут по факту придется одним хищником решать все вопросы. Одним хищником. Ну пусть будет это вот так вот. Так. Так, так и так. Посмотрим, если что, если будет на следующие, короче, битву нам условия 3 травоядных, то я возьму клон. Возьму слабого какого-то травоядного и будет клон. Дает 1 очко действия за каждое павшее существо в команде. Это нехорошо. Так, так, так. А что первому может помочь? Ну, берсерк. Правда, зря, может быть. Ну, снижение такое себе понтовое. Оно ни на что не повлияло. Так, а что-то кто тут ходил первым? Что за непорядок? Ну, блин, надо сидеть. Во будет хохма, если он меня сейчас атакует на 1. Это слив. На 3, сволочь ты такая. Блин, ну как я? А я смогу вообще 3 пробить одним? По-моему, нет. Опять, смотрите, 5 атакуют на 4. Вот сволочь. Я его за 1 удар не пробиваю, ё-моё. Надо 4 минимум ставить. Потому что этот получит пахик, пахит Цератос получит плюс 1. Что случилось? У нее сейчас будет 5 баллов, да? Давай, на все 5. Молодчинка.
А Сегнич-то бьет больно. Ой-ой-ой, если он меня за два пробивает. Ё-моё, он меня, походу, пробивает за два. Нет, 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 нет. Как ты мог меня подвести, Индораптор? Все так хорошо шло. Обидно получилось. Я так хорошо шел. Эх. Так, один травоядный. Блин, ну если на следующий бой мне скажут три травоядных, это будет неприкольно. У меня клонов сколько там-то осталось? Так, давайте травоядные. Так, ну как, клона у меня 5, это неплохо. Но все-таки пока... Пока постараемся без этого. Так, ну это вообще бесполезная штука. Блин, у меня просто каких-то хороших усилений. Вот прям так, чтобы и нету. Ну вот, в каком-то количестве. Тут одно осталось, одно осталось. Ой, нехорошо-то как. Ну, буквально, если бы я взял там токсин, кровотечение или живучесть, это бы решило мой вопрос. Даже клон, скорее всего, может это дело решить. Ну, посмотрим. Ладно, погнали. Попытка номер два. Собственно говоря, турнир этот закончится. Если я сейчас пролечу, то мне, походу, не смогу пройти третий бой, скорее всего. Так, по-моему, он... Да. Вот не задача. У него 2 балла, то есть, как бы, я привык ходить вторым. Получать 2 балла, а не 1. Сейчас он атакует на 2, да? А вот потом, наверное, будет получается, чтобы... Вот сейчас я переношу все 3, он атакует на 3. И так будет, наверное, лучше. Да, потому что на 4 он не хочет атаковать. Он тоже атакует на 3. Раз, два, три, четыре, пять. Ё-моё, 6 баллов пришлось потратить. Это он меня на сколько следующий проатакует? На 3? Нехорошо как-то. О, 27 тысяч! Боже мой, чем я его буду убивать? Ему хватило всего лишь 2 балла, ребята. Походу нам хана. Придется брать такие самые сильные усиления, иначе мы тут не затащим. Ай! У него 7, он меня сейчас уничтожит. Да! Да! Ладно. Ладно, ладно. Прям не ожидал, конечно. Ну... Пытаюсь сэкономить, как вы понимаете, ребята. Так, тогда что, возьмем, давайте травоядных. Давайте возьмем какую-то... Блин, а у меня тут был Апатич. Апатич пойдет на мясо, допустим. А, потом...
пойдет. Как бы его потом кто пойдет. Потом может хищников все-таки поставить хищничка, а потом поставить какого-то слабака. Ну, в смысле, любого травоядного. Вот, допустим, а пусть будет это маргозавр. Нам, в общем-то, все равно, потому что мы на маргозавр ставим клона. На тебя мы ставим... Чего поставить-то? Вот это вот поставим, чтобы он нейтрализовал. Это, наверное, не сработает, блин. Так. А тебе что... Какая-то живучесть. Ну так, я смогу пройти, как вы считаете? Ну, мы не ищем легких путей. Так. А это хорошо, в принципе, я с апатозавром, черт, я про него не подумал, я ж переживу два удара, два по одному с апатозавром, это круто. Я смогу побыстрее баллы накопить. Вот, сейчас он меня оттачит на 3. А, черт, у него 4. Ну хоть на все 4. Так, здесь я оттачу на 3. Ну там чертовски сильный пахик идет. Блин, чуть-чуть не хватило. Но если Пахич меня атакует, то я его пробиваю. Вот, блин. 2 балла. Ну, вот так давай. Блин, да, все-таки лучше бы Маргозавр скопировал этого парня. 5. Атака над... На 2 всего лишь? Ой, блин, ну очень неудачно. Слишком сильный удар. Ё-моё. Я ж даже 2 не выдержу. Блин, опять. Ну, это чуть-чуть не хватило. Просто не... Блин, а неправильный этот динозавр, которого мы копируем. Блин. Жалко. Я хотел скопировать просто пахицератопса. Так, но у нас тут условий уже не осталось. Некем сражаться. Так, Сигнозух. Сигнозух. И хищник. И Церат. Первому ставим клона. Второму ставим... Воровство. Что нам даст воровство? Но ничего нам не даст. Хотя... Как вот эта байда называется? Ага, заряд адреналина, блин. Берсерк. Попытка номер 3.
Так, но он, скорее всего, будет меня атаковать, да? Ну, он прокачивает себя, я копирую его в любом случае. То есть я прокачиваюсь еще больше. Ну, давай. Рискуем, ребята. Чё поделаешь? А он все, смотрите, не хочет и не хочет меня атаковать. Ну, давай так. Я два еще выдерживаю. Давай, на все шесть, давай. На пять, вот гад. Ну, ладно. Хотя, блин, наверное, стоило поставить в защиту. Если бы я поставил в защиту, я бы, наверное, пережил этого парня. А так он меня сейчас продемажит, полюбаса. А, ну ему на... А, ему на 4 надо атаковать. А у него было 5. Так, мне дадется... Дадится... Не, не дадится мне один балл. Так, ну, этим надо пробивать. Раз, два, три, четыре. Неплохо на самом деле пока что. Есть шанс на победу. Атака на 3 из 5. Ну, я его пробью. У него 2 балла в защите, а у меня 4. Да, это победа, ребята. Долгожданная победа. Ух. Ну вот видите, как важно, да, скопировать, склонировать правильного динозавра, блин. Потому что сегничи клонировать бессмысленно. Сегничи друг друга убивают за 2 удара. Надо, чтобы у тебя был большой запас по здоровью. Так, 5 минут осталось, ребятки. А какое это условие? 3 травоядных. О, да. О, да. Взять апатозавра, что ли, первого? Я уж тут прям даже не знаю, что брать. Клон. Токсин. И живучесть. Это вообще мне как-то, наверное, никак не спасет. Тут надо брать тоже клона, наверное. Вообще не представляю, как тут что порешать. Так, суперзавр и апатозавр. Два очень похожих существа. Ну вот, ребята, если мы тут слетаем, то как бы, ну уж извините. Но он агрессивный, он практически всегда здесь атакует. Но мне больше некем сражаться просто. А вот это плохо. А, смотрите, он ведет себя совсем по-другому. Он не атакует. Так, у него 3 балла. Три балла у него. Сидит в защите, гаденыш-то. Раз, два, три,
4. Следующий. Так, ну это очень хорошо, что у меня так получилось. Я еще полжизни апатозавру сохранил. Ага, правда, удар стал очень слабым. Удар вообще капец какой слабый. Так, а сколько токсин снял? Ой, мало, по 1000 всего лишь. Пробил, блин, а я думал-то выживу все-таки. Печально, ребята. Токсин не отработал так, как я хотел. Урлов бьет. Ну давай без тупняков. Нам тут осталось всего ничего. Жить. Плохо дело. Дело, блин, а я посмотрел, поставил 2 балла в защиту, потому что у Яламби много жизни сейчас. Ах, живучесть, это проклятая. Ну, мы тут проиграли, ребята. Скорее всего, проиграли. Один балл он приберег, да? Ну давай. Ну, есть шанс. Сила удара у нас сильно вырастает. Давай, атакуй. Вот это прикольно. Я не знал, что клон уклона так может скопировать. Он проатаковал меня всего лишь на один. У него может быть 3 балла. Блин, ну вот тут все, ребят, монетку подбрасывай. Если он поставил в защиту 2, я проиграл. Опять же, если он... Ну, мне нет смысла. Больше 2 я имел, да я проиграл. Потому что если бы у него было 7, я бы не выдержал. Если я поставлю в защиту все 4 балла, он мог... У него могло быть 7 баллов. Но мы, короче, затащили, ребята. Это была эпическая дуэль на последнем издыхании, на последних секундах. И сколько попыток мы произнесли, ё-моё, это капец. Микропозавра получили. Ну, награда мне не интересна, мне интересен был сам бой. Ребятки, ну если у вас, как говорится, спотели ладошки, вы за меня переживали, так что ставим лайк под этим видео и не забываем подписаться на канал Jurassic World, ссылка в описании и также ссылка в похожих каналах, ребятки. Так что до скорых встреч, ребятки, вот здесь, Jurassic World.ru. Всем пока!